Всем привет. Сижу на номере. Еще, правда, не начали. Загон еще не начался, но вот уже мы расставились. Тут такая большая загонка по пойме, по болоту. Какие тут вот луга. Заливные луга. Когда-то раньше тут все хоть косилось. Сейчас не косится ничего, все позарастало. Дебри такие становятся. Ни дорожек, ничего. Это еще тут такое место, где трава низкая. А так везде в пояс и выше. Пойма. Ну, сейчас троху зима начнется, тут вся трава опадет, можно будет охотиться. Но пока так. Буду сидеть, посмотрим, что. Все, ждем этого лося. Вот это лозы. Вот это блоку и полы. Вот здесь вот будет лось 100%. Именно там. В этом углу. Или здесь. Вот здесь есть такая от сосны дорога. Заебательская. Вот тут на тут до этой горы. Или отсюда заехать по дамбе. Собаку запустить сюда. Вот с угла. Пару стрелков здесь, среди возле пасеки. Антона поставить вот здесь, на углу. Чего ты? Антона поставить вот здесь, на углу с карабином. Привяжи карабин. Вот не патроном. Или сюда уходить, или сюда уходить. И человека три вот здесь. Ну что, начинаем второй загон. Так, вот тут вот, битком. Опять болото вони. Все что-то нам никак не везет. Вот кабанчики тут понарыли под дубами. Забыл? Да, пошла. Уже пошла и пошла. Нет, так он, блядь, там отзывался вроде. Ну. Блядь, да не могли они так заработать, блядь. Ты не поднимись, а что он... Ну-ка, он две пули стрелял, да? Двух пуль стрелял. Если бы попал, то... Где она сейчас? Что этого корча? Да. Один выстрел был и сюда, а другой туда был. Не, он где-то там ее стрелял вроде. Да ну, он ее гнал, гнал долго, и он Алтай? Еще гнал. Ну, вот и Алтай. Алтай, ну что ты? Алтай! Третий загон. Вот такие тут дебри. Просто третий загон. Вот такие тут дебри. Это просто капец. Собаки во втором загоне скрутились на козе. Собаки во втором загоне скрутились на козе. Ни кабанов, ни лосей. И, короче, и... Ничего. Ни кабанов, ни лосей. Прошло. Вроде как все было в ничего, загоне. Ничего. Не... Все прошли. Лоси, вроде как все было в загоне. Что-то не везет, не фартит. Ни кабаны, и лоси, и следов куча, и... Что-то не везет, не фартит. Thank you.
Есть. Кровь. 4 выстрела сигалеток. Вот это да, да-то. Вот эта тема, я доволен просто капец. Все, с полем меня. Вывозим трофей из болота. Ну, попал я, короче, по шее 2 раза. 2 пули легли по шее, а 2, ну, мимо попали, короче, не попали. Ну, нормально, я стрелял где-то в область головы. Главное, что лег без подранка. Нормально вообще. Охота бомба, класс. Подписывайтесь на канал.